таких высоких широтах, в принципе, очень экстремально низкие углы, поэтому даже небольшой рельеф не дает навестись на спутник. В Арктике без теплопушки никуда! А мы в нашу теплопушку встроили умную штуковину, которая тоже будет определять температуру внутри нашей палатки и выключать ее, чтобы не тратить наше бесценное топливо. Ну, у нас радар, который в радиусе 1,5 километра обнаруживает любое движение. Люди, животные. Он у нас установлен на улице, рядом с палаткой на мачте. Как только кто-то пойдет, здесь будет написано скорость передвижения, размер. Вчера благодаря этому радару, в общем-то, мы обнаружили медведя. В этой палатке совсем уже тепло и уютно. Как видите, она защищает от ветра. Есть какие-то небольшие колебания, но это скорее от потоков теплого воздуха, который врывает сюда через нашу пушку. И уже Кирилл Усанов тестирует с специалистами лаборатории путешествий телемост. Это наша кухня, специально разработанная для арктического городка, на которой мы готовим для нашей экспедиции. Она у нас оборудована плитой и также вытяжкой. Также у нас в кухне есть полочки, где расставлена посуда участников, печеньки, чай и посуду, в которой мы, собственно говоря, готовим. Для приготовления нам нужна вода. Воду мы топим на другой плите, более мощной, в больших кастрюлях. Топим снег, и у нас получается вода. У нас есть кухня. Звучит неплохо.